Добрый вечер. Сейчас все настрою. Так. Добрый вечер. Добрый вечер, девочки. Я решила провести эфир. Я его не анонсировала. И, в принципе, я его в план не ставила, чтобы провести. Сейчас посмотрю, все ли у меня работает. Да, все работает. Поэтому это внеплановый эфир. Почему я его провожу? Потому что я хочу ответить на все ваши вопросы, которые поступают. Сейчас мне, после того, как я начала, открыла продажу обучения на курс. Вот квантовая версия моего лучшего тела. То есть это обновленный курс. И сейчас те участницы, которые когда-то у меня были на живых занятиях, и кто знает мою программу именно по тем временам, они захотели, чтобы я ответила на них. Они спрашивают, смотрите, можно, я ходила, я знаю вашу программу, тут несколько вопросов, я ходила, я знаю вашу программу, мне надо только, и вот три девочки спрашивают по одному, по одной и той же схеме. Одной нужно тело, другой нужно лицо, а третья там вообще придумала себе что-то вообще невообразимое. Она когда-то урывками ходила ко мне в Тринити, и сейчас она решила, что вот можно что-то приобрести, то, что было там. Девочки, то, что я давала в Тринити, уже нет. Та программа, которую я давала, проводила в Тринити, она уже обновилась 3 раза. Я на основании этих программ создала курс, в котором все вместе, лицо, тело. Он называется обновленный курс молодости. То есть это не то, что все называют, например, настроенность, да, там еще как-то похудейка. Здесь все в одном. Здесь стройность тела в моем курсе, оно идет как приз, как бонус. Априори получается стройное тело, потому что затрагивается физиология и мозг, мышление. Именно поэтому программу, например, тело отдельно от лица, лицо отдельно от тела. 12 потоков прошло, и я понимаю, о чем я говорю. Я провожу анализ после каждого курса, после каждого потока. И по результатам анализа, по результатам клиентов, которые мне дают, оставляют результаты, отзывы, результаты, я уже составляю анализ, провожу анализ и улучшаю следующий поток. Я не оставляю каждый раз одну и ту же программу. Нет, она каждый раз видоизменяется. А сейчас вообще новая программа. У меня новый метод, у меня новый квантовый метод. И этот метод, он войдет в этот курс, и все пойдет по-другому. Абсолютно все пойдет по-другому. Потому что вот смотрите, очень интересный вопрос. Я подготовила даже фотографию девочки. Можно ли скорректировать отдельные
Фрагменты тела. Да, можно. Вот представьте себе, что простой марафон на похудейку, что он делает? Он убирает объемы тела, да? И человек худеет, кожа отвисает, провисает, потому что что они делают? Они просто сжигают жир. Но кожа при этом не подтягивается. То есть процесса молодости не произошло. И многие после такой похудейки выглядят еще хуже, чем были до нее, потому что кожа сморщилась. На моем курсе затрагивается, сейчас скажу, процесс клеточного обмена, он влияет на кожу, потому что я все провожу через физиологию и физиологию через мозг. Понимаете, какая структура? Естественно, здесь такие моменты не проходят, чтобы было провисание. Этого нет. Именно поэтому вес уходит, а кожа подтягивается. И фрагменты тоже необходимо обратить внимание на этот факт, что можно, например, если бедра не нравятся, на каком-то курсе была Инна, и у нее не было больших объемов, она пришла оздоровиться по каким-то параметрам, и ей не нравились ее бедра. И она уменьшила прям серьезно, скорректировала свою фигуру так, как она хотела, на тот промежуток времени. Вот. И поэтому здесь все можно. Я обращаю внимание, опять же, на то, что вес уходит, кожа подтягивается, и по моей технологии грудь остается. То есть она никуда не уходит, она не провисает, не обвисает, объем груди остается. Это доказала и Таня. Мы заострили на этом внимание, чтобы у нее ушло с подмышек, то есть внутренней части бедра, подмышек и ребер. Со спины, там, где создаются складки, достаточно некрасивые. Все это ушло, но объем грудных желез остался прежним. То есть номер бюстгальтера у нее остался тот же. Уменьшился только объем. Понимаете? Вот. И это, конечно, фишка фишечная. Затем я даю комплексы на попу, и я назвала этот комплекс крутые ягодички, что ли, что-то такое, которое я выполняю сама и давала только в персональной работе. Естественно, сейчас VIP-группа это получит. Она получит все, что я давала в персональной работе. И количество участников-то ограничено. Я не набираю большие группы. Почему? Да потому что я сама беру под контроль это все. Мне важно довести людей до таких результатов, за которыми они пришли. Но в этот раз я еще упор сделаю на новую квантовую работу, то есть на работу с подсознанием. И будут нейротренажеры, которые я использую, опять же, в персональной работе с клиентами. И это вообще фишка фишечная, которую, ну, никто не может сделать, только профессионал-целитель. Что это, что он дает, что они дают, эти тренажеры? Это тренажер, который человек слушает несколько минут каждый день, определенный тренажер, и у него формируется новый формат, новый шаблон, и мозг начинает трудиться в этом направлении. То есть многие спрашивают: ну, Оль, ну как вы стройнеете, например, грудь, и там какие-то части тела остаются. Да, также я давно работаю с мозгом, и мой мозг очень натренирован. И мне легко показать, например, я для того, чтобы... Не буду сейчас свои секреты рассказывать. Это я только расскажу тем людям, которые придут на курс. Как я работаю для себя. Точно так же я буду тренировать и их. И дам
все алгоритмы красивого, молодого, стройного тела с той фигурой, которой они хотят. Они сами будут ее лепить. Тело, лицо, все то, как делаю это я. Более того, этот курс я буду всю работу на подсознание я буду корректировать на имена участников. То есть никто не сможет воспользоваться теперь ни программой моей, ни на тело, ни на лицо, ни на женское направление, и тем более нейротренажерами. Все это я буду кодировать на имена участников, и только они будут этим пользоваться. Это фишка фишечная, ее вообще никто не использует. Я использую, опять же, только в квантовой работе с определенными темами. Вот. И они, конечно, вся работа с мозгом работает в комплексе. В комплексе на молодость, здоровье и красивое стройное тело с подтянутой кожей. И что происходит сейчас с участниками? Они уже начинают получать в моем поле целителя, они уже получают тот энергообмен, которым я наполняю свой чат. Что это такое? Например, когда я проводила новый курс «Не деньги», как только люди обменивались со мной денежной энергией, я их добавляла в чат, и они, несколько людей, они уже получили результат еще до курса. Две девочки нашли новую работу. Там одна девочка, ей предложили повышение и увеличили прилично заработную плату. Они еще не проходили курс, но они попали в поле целителя, то есть в мое поле. Как это произошло? Я вам приоткрою завесу. Мои нейроны, они стали подтягивать по запросу клиента, подтягивать клиента на тот уровень. Понимаете? Но это только происходит. Я не даю это на бесплатной работе. Отведи, Господь, этого делать нельзя, потому что должен быть достойный энергообмен. Вот что. Естественно, сейчас, что происходит сейчас? Девочки тоже, те, кто добавились в чат, они тоже получают энергию. И, естественно, у них воодушевление. И я сегодня размещу, одна девочка, одна участница нового курса, она вот прислала такое интересное сообщение, что благодарю вас за пинок, то есть она уже получила, я уже вернула свой, я выложу сейчас это сообщение, чтобы вы понимали, как это происходит. А это происходит очень интересным образом. Все проявляется уже сразу. И, конечно же, в этом курсе я буду, упор делать на мотивацию и результат, сохранение результата, фиксирование результата и на то, чтобы люди не уходили в откат. Они не будут уходить в откат по одной причине, что у каждого будет нейротренажер. Это такой помощник, который они в любой момент включат, прослушают мой голос, получат закодированный текст, который предназначен их мозгу. И мозгу некуда деться будет, потому что нейротренажерами я пользуюсь давно и корректирую желания клиентов, персональных клиентов тоже давно. Поэтому у меня настроена работа, я знаю, как это происходит. И так как многие хотят, чтобы фиксированный результат был, но желают, чтобы волшебный пендель был всю жизнь, они его получат. И морковку, которая движет вперед, и пендель, который подгоняет сзади. И все это будет через работу с подсознанием. Вот как. Поэтому то, что какое-то сравнение, когда я проводила живые занятия в Тринити, девочки, тут это некорректное сравнение совершенно, потому что это совсем две разные программы, и
уже и я изменила эту программу, добавила то, что считаю нужным. И, конечно же, у людей есть выбор. Они получат эту программу после прохождения курса, но также она будет закодирована тоже на результат лично для каждого. Вот как. Лично для каждого. Они не смогут ее передать никому, потому что тот другой человек, который получит ее в руки, он не будет проявлять результатов. И я считаю, что это ценно. Только тот человек, который прошел у меня обучение, который лично со мной общался, который лично под моим личным руководством получил отличные результаты, такие как у Витани, только они будут иметь возможность получить именно эти закодированные нейротренажеры. На самом деле они стоят очень дорого. Поэтому то, что я дам в курсе, это вообще жемчужина из моей коллекции. Следующий курс, если я буду, захочу его еще провести, потому что в прошлом году не было этого курса. Я не знаю, на следующий год будет или нет. Старт продаж уже был, и 15 числа мы начнем курс. Могу взять еще 2-3 человек. И если есть желание получить результат, получить к Новому году стройное молодое тело, лицо, ту энергию, которая идет через меня. Welcome, приходите, дорогие мои. А я также буду транслировать, показывать, какие результаты девочки получают на курсе. И в копилке моей копилке этого курса много на самом деле результатов. Но я показываю те, которые на которые мне дали разрешение люди. Вот как это происходит, мои дорогие. Именно поэтому я и провела такой внеплановый, можно сказать, эфир и рассказала о таких нюансах. Просто приходите. Напоминаю, что внутренняя рассрочка действует. В этот раз я открыла новую фишку для клиентов и действует внутренняя рассрочка. Пишите, которая клиент договаривается со мной напрямую. Вы мне пишите или пишите под этим видео. Я хочу к вам на курс молодости или просто курс молодости. Хочу курс на курс молодости. И либо заполняйте анкету, проходя по ссылке, и я с вами связываюсь. Все. Никаких больше между нами людей не будет. И кто действительно хочет новое тело к Новому году? Как раз к Новому году все случится уже через месяц. Да, еще спрашивают, Ольга, когда я увижу первые результаты? Первые результаты вы увидите уже через неделю. Потому что мы будем все это отслеживать. И через неделю уже все увидят результат. А тот результат, за которым они пришли, они увидят как раз на Новый год. Это все участники этого потока сделали для себя шикарный подарок. Ну все, мои дорогие, пишите, пожалуйста, задавайте свои вопросы под этим видео, и я на все отвечу. Всем вам доброго и светлого, и я с вами всегда. Отвечу на любой вопрос, потому что это мое детище. Этот курс мой любимый курс. Он помог мне, он помогает моим клиентам долгие-долгие годы, десятилетия же. И, конечно же, поможет любому, абсолютно любому. Но только тому, кто будет идти за мной и делать то, что я предлагаю. Да, только в таком случае будет результат. Другого варианта нет. Благодарю всех и до встречи на курсе.